Северный морской путь как альтернативный транспортный коридор. Роль России и перспективы Мурманска в обеспечении судоходства в Арктике обсудили специалисты в программе «Точка зрения». Арктические нефтегазовые проекты и перспективы для каждого, если Мурманск станет основной точкой транзита. Вот у нас некоторые мурманчане говорят о том, что нефть и газ, как меня это касается? Касается «Газпром», «Роснефть» там, и других компаний. На самом деле касается всех. Атомный ледокольный флот как основной элемент инфраструктуры Севморпути. Они являются госпиталями, центрами по спасению. Вот. И вообще и матерью родной, да, вот там на Северно-морском пути. Глобальное потепление и таяние льдов. Мнения расходятся. Существует на данный момент две точки зрения. Как всегда, общемировая и российская. Смотрите в программе «Точка зрения» в 19:00 на телеканале «Арктик ТВ».